Я пригласил вас, господа, чтобы сообщить вам пренеприятнейшее известие. К нам едет ревизор. Фестиваль «Волга театральная 2019» завершился показом еще одного ревизора. Свой взгляд на классику показали артисты из Ульяновска. В их варианте тоже современное прочтение с сохранением уникального гоголевского текста. Но все остальное – подачи, костюмы сегодняшнего дня. И вещи, которые мы будем говорить как бы текстом Гоголя, все равно они перекликаются с вещами, которые происходят сейчас в нашей стране, вообще в нашем мире. Поэтому как бы это все очень свежо и очень понятно будет. Артисты из Ульяновского драматического театра, которому уже больше 200 лет, в «Волге театральной» принимают участие уже третий раз. Всегда уезжали с наградой. В этом году репетировали больше 3 месяцев, чтобы поразить зрителя и членов жюри и вновь взять победное место. Сюда приехать нам очень престижно. Вот нам очень нравится здесь бывать, потому что это рядом и потому что здесь всегда замечательно принимают. Фестиваль «Волга театральная» стал настоящим праздником для горожан. Артисты из разных городов показывали самарскому зрителю постановки, а сразу после с коллегами и критиками беседовали о будущем российского театра. За это время в Самару приезжали труппы со всего Поволжья, а также гости из Германии и Забайкалья. Залы переполнены, все площадки, на которые шел фестиваль. Самая была большая проблема – куда посадить не попавшего? Это замечательная проблема, пусть только такие проблемы и будут. Молодая режиссура – это наше будущее, сегодняшнее, это то, что будет двигать русский театр вперед дальше. По итогам 4-го межрегионального фестиваля «Волга театральная» степень лауреатов в различных номинациях получили 18 артистов. 4 отметили дипломами участников, а гран-при фестиваля увез с собой драматический театр из Набережных Челнов. Мария Левина, Николай Сидоров. События.